Почему вы пропали из социальных сетей? Спасибо за вопрос, это тоже важный вопрос. Для меня социальные сети пропали. Знаете, когда говорят, там, вот что-то дурно пахнет, оно пропало. Да? Вот в этом смысле социальные сети для меня пропали. Конечно, как творческий человек, я вынужден был, хоть и с неохотой, регистрироваться в соцсетях когда-то, вот в тот момент, когда они появились, и там какой-то контент двигать. Но у меня с самого начала были предупреждения по отношению к соцсетям. Да? То есть я сразу в этом видел определенную технологию манипуляции сознания. Я вам советую навести справки немножечко, да, об этих технологиях. Какие психологические разработки за этим стоят, какие силовые министерства каких стран, государств за этим стоят. То есть они проводят черту и говорят, вот здесь зло, здесь разрушение, здесь обман, здесь манипуляция, да, а здесь